16 ноября на канале НТВ выходит новый сериал под названием «Первый отдел». Он имеет 20 серий. Серии будут выходить с понедельника по пятницу, по 2 серии в день, в котором мы увидим следующие события. Детективный сериал о буднях сотрудников первого следственного отдела первого управления СГУ по Санкт-Петербургу. Им поручаются самые сложные, самые запутанные и опасные расследования. Юрий Брагин возвращается в Санкт-Петербург после длительной командировки в Иркутск, где он в составе следственной группы занимался расследованием очередного громкого дела. Вернувшись в родной город, он узнает, что нынешний руководитель отдела Вадим Мальцев решил уйти на покой. С большой долей вероятности место Мальцева предложит именно Брагину, как наиболее ценному сотруднику. Но Юрий не карьерист, и место начальника не было его целью. Талантливый следователь предпочитает заниматься живой работой. Вскоре его снова отправляют в командировку, но на этот раз в один из маленьких городов Ленинградской области, где в течение одной недели были убиты две девушки. Городок небольшой, все друг друга знают, а это осложняет поиск убийцы. К тому же местный следователь Сергей Шевцов, давний враг Брагина, не хочет, чтобы важняк из Питера совал носа в его дела. Спасибо, что посетили наш канал. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.